Добрый день, подписчики и гости канала. Завершился спринт свободным стилем в швейцарском Давосе. В решающем забеге Сергей Устюгов выиграл серебро. К середине дистанции вышел в лидеры. Но затем резко смог ускориться норвежец Йоханнес Клэбе, который до финиша сохранил за собой первую позицию. Но и на финише Сергей Устюгов никому не отдал второе место.